Всем привет, кто меня не знает, меня зовут Максим. Вот я крымский сибиряк. Он же Максим из Ленёва, мой инстаграм. Вот, подписывайтесь на ютубе, на канал. Скоро там буду валить, ну когда скоро, не знаю. Вот, у нас была сейчас общее фото. Вот. Не знаю, я начинаю рассказывать, правда никого нет. Я с той мыслью, что будут смотреть в повторе. Давайте все-таки кого-то дождемся, я пока молча похожу, поснимаю. Вот, и как появится народ, ну, начну больше говорить. Вот они, друзья, привет. Привет. Всем привет с Абхазии. Вот, с вами я. Вот, мы находимся в лагере сыроедов. Вот эти вот строения, здания, гостиница, гостиничный комплекс выкуплен полностью вот этими очаровательными ребятами. Здорово, Максим, здорово. Вот, и едим мы только фрукты и овощи. Да, Юр? Да. Вот, сейчас у нас была йога, там 5 тибетских, не помню чего, жемчужин, дыхательные медитации. Сейчас была общая фоточка. Ну и все, короче, завтра. Здорово, Ольга, Роман, всем привет, соседи. Вот, ну и что сейчас планы на день. Все думают, что делать. Вон там мой балкончик, вот этот вот. Вот, там Абхазия, еще раз повторюсь. Там он у нас палаточный лагерь, там вот стоят палатки. То есть тот, кто не хочет жить в номерах, живет там. Вот, сейчас вам пройду, покажу наш магазин. То есть здесь у нас, микроцивилизация. И у нас свой собственный магазин. Где ты вот так вот берешь, заходишь. Ой, фоточки, камера. Ты это стой. Сначала мы должны тебя вписать. Вот, давайте послушаем. Привет, Вероника. Они тебя не держали, сейчас, что меня объясняют? Как тебе объяснить? Деньги на депозит, есть цена у каждого товара, да, там тыква, арбуз. А взвешиваешь самостоятельно, ну и сумму записываешь себе в минус депозит, и все, вот так вот мы все едим. Вот хурма. Хурма дешевая, полтинник стоит. Виноград дешевле сотки. О, мед, мы сегодня будем мед покупать обязательно с орехами. Точно. Ну что вам еще показать, я даже не знаю. Иван, поздоровайся с подписчиками. Здорово. Ты когда уже будешь по Ленёву ходить? Максим, да я не собираюсь в Ленёво. Ленёво, знаете, для чего я родился в Сибири? Для того, чтобы понять, как здесь кайфово. Потому что, ну, я вижу местных крымских людей, которые не ценят той красоты, в которой они родились. И я родился в Сибири, и теперь я понимаю прелести вот этой вот, ну, можно сказать, как простой, да, жизни, потому что, ну, я живу не шикую, я, ну, так, эконом-режим, так скажем. Вот, ну, мне классно. Не знаю, показать вам номера? Хотел бы ВКонтакте помочь, пожалуйста. ВКонтакте помочь? Тут у нас много чего происходит, на самом деле. Здоров, Тимофей. Тут у нас что, есть свое лобное место. Ты вчера все это снимал, но не стал выкладывать. Вот. И едят, кстати, фруктоеды везде едят. Вот где сидят, там и едят. Видите? Где что найдут, то едим. Да. Мы вот у нас тут. И нашли хурму. Тут у нас все целители, все практики, все йоги, короче, все зарабатывают в интернете. То есть там трейдеры, магазины, интернет. Как я вот, например, продвижением инстаграм занимаюсь. Вот у нас уже. Ну это, короче, детям. Дети вот у нас кашку едят. Конечно, детей мы как бы не мучаем, да? Фрукторианством, так сказать. Вот гостиница, что из себя представляет? Ну, так пробегусь. Единственное, шкафов мало. Вчера вот люди ночью приехали, вот что-то еще не убрали за собой. Вот заглянем. Комнатку. Комнаты все открытые. Тут, ну, у нас как бы воровца и тайн каких-то нету особо. Вот мой балкон. Сейчас я на него покажу. Я не забрал до конца постель. Вот мое рабочее место. Здесь я пребываю большую часть своего времени. Вот балкон, про который я вам говорил.
молоко срочно сыроедом Кристалл Мира. Что-то не по теме вообще разговор. Горы, смотрите какие. Кстати, на карте посмотрел, они особо не отмечены. У нас есть экскурсовод, гид, на днях приедет, мы все это изучим, и вполне вероятно у вас будет возможность, ну, тоже это все посмотреть, ну, в следующем году. Вот, ну, вот балкон, ну, тут тоже человечек вот бросил свои вещи, а так, ну, можно его подвинуть и сделать офис. Вот, с интернетом, что у вас, ну, как видите, нормально, да, интернет ловит. Правда, за 1,5 рубля в России я мог в поездках разговаривать безлимитно, а тут за 1,5 рубля у меня 2 гигабайта в день. На этом все. Деревья тут преимущественно, блин, забыл, как вот эти, у них шкура облазит. Море далеко? Да нет, недалеко. Море, ну вот начинается калитка, ну это 100 метров буквально, и все, и сразу пляж. Пляж, ну такая крупная галька, короче. Вот, есть такие плоские, там можно построить. Где-то я, по-моему, выкладывал фоточку уже одну с пляжа там. Ну, там здорово, вода еще, купаться можно. Но на самом деле сейчас, ну, как, фотались. Поэтому так немножко чистенько пододели, а так обычно, ну, как, голенькие ходим. Хотя в Абхазии, вот, ну, по улицам ходить, ну, у них это не культурно. Это как будто ты без штанов, кстати, вот я в шортах, главное, ну, коротких хожу нормально, а вот без футболки это, ну, у них по-стрёмному. Много тут брошенных зданий. Бассейн есть, не, у нас нет бассейна. Вот, например, да, брошенная. Мы тут, короче, круг делали, 6 километров вчера пробежали, я сегодня не стал бежать, потому что ножки болят, только йогой занимался, бегать не стал. Вот, и вот оно брошенное. То есть тут столько брошенного после грузинско-абхазской войны. Снимаем объемы. А чё? Ага, привет. Чё, пойдем, да? На море? Все, мы сейчас уходим на пляж, вот общаться. А, ну круто. Общаюсь. Сейчас пойдем разговаривать по дизайну человека, потому что я манифестор 5.1. Это, короче, ну такая сильная сила, что, ну, короче, пора своим вниманием, вот, целенаправленно добиваться больших высот. Вышки здесь все вот такие вот, да, с водой. Ага, респект всем. Девчульки хорошие есть, ну, у меня моя есть девчулька, я как бы не бледую, так сказать, поэтому как бы есть тут и девчульки, можно и познакомиться. Ну, видишь, у нас как бы мы тут по интересам собрались, то есть я не знаю, чем вы там питаетесь, да, как бы я не навязываю вам, но я пришел к убеждению, что, ну, мясо точно искореняет меня плоть и засоряет мой мозг. Вот, и сейчас просто даже вот от варенки отказываюсь. Так вы посмотрите, я скинул 8 килограмм за 10 дней. Есть, наверное, ну, смысл, как бы. Поэтому вы говорите мне, что хотите. Ну, я на себе ощутил, я на себе попробовал, и это круто. Что-то я вам сюда хотел в эту сторону показать. Забыл. Вон Наталья как раз спрашивает, где Машуня. Машуня деток кормит. Детки у нас на каше сидят. Вот. Ну все, наверное, что? Вот у нас колодец, родник. А, я вспомнил. Я хотел вам сказать, что здесь недалеко мы находимся в городе Кэрдыр, насколько я помню. А, есть гейзеры, источники горячие. Вот, их там аж 3 вида. Там лечебные ванны и вот, ну, я думаю, мы на днях туда сходим. У меня просто татушку мы там немножко поправляли, контур. Думали, что будем дальше делать. И, ну, я хочу, чтобы она зажила немножко. Вот. Ну, так немножко вам похвастаюсь еще вот своими навыками в йоге. Думаю, может, вы видели все. Вот у меня есть такая досточка. Досточка. Вот, это гвоздики. Вот, они уже немножко даже ржавые стали. Короче, ну, мне уже настолько стало по-йоговски, что я могу вот так вот стоять. Чага. Не держусь ни за чем. Здорово? Я тоже думаю, что здорово. Вот. Ну, а что еще сказать?
Ну, я вообще, на самом деле, волнуюсь. Вот. Здесь еще никто не заселился, как видите. Шифонеров мало. С другой стороны, показать, что у нас есть. Здесь у нас, ну, соседи. А вон оно, море, кстати. Вот там вот сквозь листву видно море. То есть, ну вот как лес кончается, все в море. Так, так, так. Что-то не увеличивает у меня с трансляции. А вот здесь я тоже не пойму, рабочие какие-то живут или что, вагончики какие-то. Вообще, на самом деле, Абхазия, ну, знаете, какая? Вот я могу сравнивать с Крымом, да, например. В Крыму, короче, ну, сервиса никакого. И, ну, того, что ломят цену, то есть там... Ну, какая-то такая, знаете... Не хочу, конечно, там, врагов себе наживать, что ли, но... Блядь, в Крыму люди такие жадные, и, ну, просто вот, ну, цену лупят, и все. А тут как-то, я не знаю, по-свойски они такие, как бы... То, что им положено, берут, а остальное, как бы, им чужое не надо, короче. Да, есть у них темперамент, у них и девушки такие немножко такая, такие, вау, так. Ну, я не знаю, я пока, короче, конфликтов не встречал. Вот, городишки маленькие. Страна вообще, на самом деле, меньше Новосибирской области, а вон машина ваша, наша. Машине привет. Тебя Базунова искала. Что ты хочешь сказать нашим дорогим подписчикам? Не приезжайте? Нет. Почему? Скоро лето закончится? Здесь тоже, да? У нас так всех много. Нас много, места не хватает. Планета заселена. Бассейн, вот кто спрашивал. Приезжайте, если я отстраиваю здесь дом. Кстати, вот он, бассейн. Но насчет купить здесь дом, ну, мы не интересовались, нам неинтересно. Да и, ну, чужая страна, зачем это? Вот. Мне больше нравится, конечно, Крым. Что тебе надо? Что? Прищепки с нашего балкона. Кондёр, конечно, да, везде есть. Вот предыдущий распорядок дня, но это не наш. Все, ребят. Мне же на берег, все, меня ждет Дмитрий. Все, я побежал. Все, всех целую. Подписывайтесь на меня. Везде, во всех социальных сетях. Так, что как...